Донецкая Народная Республика, находясь в сложном политическом положении временной непризнанности, остро нуждается в законе о международных договорах, который бы позволил в полной мере регулировать вопросы, касающиеся взаимодействия с другими государствами. С этой целью профильный комитет Народного совета в сжатые сроки работает над вопросом его создания и стремится просчитать все возможные варианты, чтобы охватить широкую сферу его влияния на развитие молодой республики. Это не просто документ, это тот рычаг, инструмент, который будет регулировать и обязан регулировать всю международную деятельность и внешние связи Донецкой Народной Республики в рамках, как того требуют нормы построения любой государственности, особенно в сопряжении с нормами международного права. Члены комитета обсудили возможные варианты совместной работы с представителями Департамента внешней политики администрации главы республики ДНР и пришли к мнению, что работа должна вестись с учетом взаимодействия всех структур, связанных с международной деятельностью. Это позволит охватывать большие объемы работы и вести четкую координацию действий между структурами и ведомствами. Это для того, чтобы все мероприятия, которые проходят у нас сейчас в Донецкой Народной Республике, были четко зафиксированы, отслежены их результаты по работе с представительствами других стран, а таких предложений, поверьте мне, очень много, и мы должны их уже, как говорится, правильно оформлять и подавать, невзирая на то, что признали ДНР, не признали ДНР. Самое главное, что ДНР признали мы непосредственно, и все делаем для того, чтобы оно состоялось как государство. Также депутаты доложили о проделанной работе в сфере налаживания международных отношений с Афганистаном и Францией и обсудили перечень законов, необходимых для рассмотрения и принятия в осенней сессии 2015 года по предмету ведения профильного комитета. Анна Триксель, Павел Припа, Новороссия ТВ.